Сегодня в 6 часов утра в городе стало одним памятником больше. Воздвиг его нерукотворный некий молодой человек рядом с остановкой троллейбуса на углу проспектов Комсомольского и Урицкого. Вероятно, образ танка на Первомайском не давал покоя воображению автора-исполнителя. Благо, что подобного рода сугробов-пьедесталов по городу более чем достаточно. Знай, заезжай. Госавтоинспекция, установив только имя владельца, не взяла на себя функции органа охраны памятников, поскольку криминала за этим объектом не числится и никто к ним пока не обращался. По свидетельству очевидца, в машине находилась молодая пара, с места происшествия тут же скрывшаяся. Замысел автора, по всей видимости, так и останется загадкой, как и то, сколь долго сей памятник будет наш город украшать.